Միջլոմյանկարիները նախքին Սումգայիթի բնակիչ։ Կներկայացնեք այդ ինչ եք ականատես եղել Սումգայի շնջի արդյոք օրերին։ Я буду говорить на русском языке. Если на каком-то сарале. Да. Сумгаитские события для меня начались 26 февраля 88 года. Я с младшей сестрой Мариной пошли в кинотеатр в центр города Сумгаита. И во время фильма, фильм приостановили, сеанс приостановили, вышли на сцену несколько азербайджанцев и сказали, если есть армяне, пусть выйдут на сцену. Я почувствовала, что это что-то произойдет страшное, я не встала, ни я, ни сестра. Фильм закончился, мы вышли, вся площадь была забита бастующими. Мы пришли домой, фильм закончился в 7 часов вечера, это была зима, уже была полная темнота. Мы рассказали нашим домашним о том, что произошло, и моя мама сказала слова, которые произошли на следующий день. Туркери етес ксетин эс митингнери вагартен меспанелюен. Да. И действительно, на следующий день был нерабочий день, была суббота, насколько я помню, вечером уже с 5 часов, митинги начались, и у нас во дворе оказалась огромная толпа азербайджанцев, скандирующих смерть армянам. Հաջորդորը հենց դա էլ եղա միջ մարից էր մտացում, մեր փողոցում արդեն հավաքվել էին ադրբեջանցիներ, ովքեր գորում էին հայերին մահ։ Դա, это самое. Я вышла на балкон и стала смотреть, что происходит во дворе. Они бегали, искали квартиру азербайджанцев, армяне. Ես պատրաստ եմ ստացել, եթե սա որ նրանք գորում են եւ փնտրում են հայերի բնակարաններ։ Да, пришли, постучались в нашу дверь, я пошла открывать дверь. Спросила, что происходит, через в течение 3 дней вы должны покинуть город Сумгаит и уехать в Армению. Да. Когда толпа вернулась, кто-то снизу им сказал, что надо вернуться и убивать армяне. Мы не пришли с целью, чтобы они освобождали квартиры. Мы должны их убивать. Это самое. Второй раз, когда они пришли, они просто толкнули дверь, и дверь вылетела с петель. И началась давка. Они начали бить. Это самое. Кто-то снова им дал это самое сигнал, что в третьем подъезде кого-то убивают. Убивали Гамбаряна Шуру. Остались только воры в нашей квартире. Начали грабить нашу квартиру и все выносить. Երկրորդ անգամ, երբ նրանք բարձրացան, նրանք արդեն կոտրեցին դուռը եւ ներս մտան, սկսեցին ծեծել կողոպտել եւ այդ ժամանակ դրանց ինչ-որ մեկը ասեց, որ կողքի մուտքում ինչ-որ մեկի սպանում են եւ դա Համարյան Շուրան էր։ Եվ նրանք բոլորը գնացին տանը մնացին այնը սկսեցին կողոպտել։ Пришёл сосед с третьего этажа, лезгин по национальности, и это сам забрал всю нашу семью к себе домой. Եկավ նրանց հարևանը եւ ամբողջ ընտանիքի անդամներին տարավ իրենց տուն։ Я позвонила своему бывшему начальнику, фамилию которого я не хочу называть. Он пришел и нас всех забрал к себе на дачу. Через 2 дня он узнал, что всех армяне собирают в центре города возле горкома партии и всех нас отвез туда. Там я увидела всех своих одноклассников, друзей, родственников и узнала, с кем что происходило. Իսկ այդ ընթացքում փողոցների միջերը ականատես եղել, կարող եք ասել.
Я видела только с окна своей квартиры, что шли митинги, что они кричали «Долой армян! Смерть армянам!». Я этого не видела, так как мой дом находился внутри квартала, а не с выходом на трассу. Поэтому я это слышала, но своими глазами я этого не видела. В связи с этими событиями всем пострадавшим в Сумгаите дали квартиры в Баку, якобы, чтобы приостановить это все, и якобы, что это все, что события успокоятся, но это ничего не поменяло. После получения квартиры в Баку мы все равно приехали в Армению, я пришла сюда и узнала, что будут выдавать квартиры, обратилась в Агропром, как и все, и мне выдали квартиру. Нас 5 человек, 3 сестры, папа и мама. Мне выдали квартиру. Квартиру нам дали в Береговане, это от Агропрома. Работаю. Спасибо. Спасибо нашей армянской родине. Я работаю. Чекаш хатанасик. Чем карасы? Узайкарыч, смотрю, чекарасик.